3 декабря новый выпуск еженедельника «Волна». Читайте в номере. Сколько оплачивают, столько чистим. Директор консула об уборке улиц. Портал о ваших льготах. Что вам положено, узнайте в интернете. Хочу просто пожать руку. Редкий случай человеческой благодарности. В праздник всех мам. Наш фоторепортаж из досуга. Сводка за неделю. ГИБДД сообщает. Почемучки. Время сейчас тяжелое. Рассуждают малыши. Нашли на страничках еженедельника фирменный синий штампик. Поздравляем! Вы стали обладателем 500 рублей от нашего еженедельника. Как всегда в номере, программа телеканалов, кроссворд, сканворд, гороскоп, детская страничка. И, конечно, объявления. Вы всегда можете купить, что вам нужно, и продать, что не нужно. И помните, наш еженедельник – газета постоянных конкурсов.